мотивом нашей совести не участвовать в учебном процессе. Это момент, который требует просто-таки максимальной публичности, максимального обнародования, чтобы те люди, да, которые решились на этот шаг, видели, что их многие поддерживают. Поэтому важно декларировать, и еще раз вам напоминаю, не ведитесь ни на какие попытки руководства спрятать это движение и сделать вид, мы с вами все читали эти официальные сводки, сделать вид, что ситуация в университете, учеба, работа проходит в штатном режиме.